Наша акция «День признания у Кахани» протягивается. Мы собираем ваши виды признаний для самых близких людей. Уже у понеделок мы назовем имя пятого финалиста, и он же, махчима, станет претендентом на головный приз «Романтичное подороже». И, махчима, им станет автор наступного ролика. Давайте поглядим разом. Каждый вечер, мой любимый, я счастливый засыпаю. Я скажу по-белорусски, родный мой, тебе кахаю. Тебе уже за 30, но выглядишь отлично. Пускай так дальше будет. В жизни нашей личной отзывчивый и добрый. Тебя таким я знаю. Прости меня, любимый, за то, что обижаю. Всегда я всем поможешь. Друзей у тебя много. Хотя они порой достают немного. Ты очень любишь спорт, болеешь ты за Дашу. О, как мне повезло, что в жены выбрал Машу. Люблю, когда ты рэп под градусом читаешь. Меня своей душою ты всегда цепляешь. И пусть пора не нравится мне твоя щетина, ты для меня навеки нежный мой мужчина. Хотя мог бы бриться почаще. Готовишь очень вкусно, мне повезло с тобой. Еще один из плюсов, ты лучший повар мой. Я за рулем, ты рядом, волнение доставляю. Спокойный мой учитель, тебя я обожаю. Ты подарил мне дочку, теперь хочу я сына. Ведь дети тебя любят, добрый мой мужчина. Справимся, думаю. Когда тебя нет дома, сердце не на месте. Сошла ли я с ума? Всегда хочу быть вместе. Тебе все идеально, а от волос до пяток. Хоть дома каждый день ты наводишь беспорядок. Люблю твою улыбку, тону в твоих глазах. Ни капли нету фальши во всех моих словах. Хочу сказать, мой милый, что я тебя люблю. Пойду-ка поцелую копию твою.